турбодыхание. Это то же самое, что вибродыхание, но бить по язычку нужно пореже. Сейчас мы будем дышать на темп, возьмем помедленнее, чтобы у всех получилось. Поехали. Теперь попробуем ускориться. Я надеюсь, у вас получились эти упражнения. Вот эта техника турбодыхания, она не самая простая. Поэтому, если вдруг у вас не получается быстро или что-то как-то слегка не получается, не волнуйтесь, с практикой это все придет. Делайте, как получается. Самое главное – это ваше внимание на эту чакру и вот эта вот нота под 432 Гц. Ну что ж, сегодня мы изучили техники игры на варгане для чакры анахата и этих органов, которые расположены рядом с сердечной чакрой. А дальше будет дальше, следующая чакра. Двигаемся вперед, вверх.